Отпусти, пес не травмируй. Слышь, а брата-то твоего посадили? За что? Он же может свидетелем выступить. Лариса, беги! Добегался, пока молится. Видать, медведя мял. А ты мне сказал, что волка стрелял. Это она убила. Глупая защищалась. Где защита, там нет убийства. Против Волкова возбуждено уголовное дело по факту убийства. От денег все зло. Не надо. Пошел вон, бомжара! Истеричка! В убийстве вас обвиняют. Я никого не убивал. Девушка, ваши документы? Пожалуйста. Куда идем в такое время? А куда можно идти в такое время? На свидание, конечно. Свидание часом не со мной? Увы. Отчего ж? А сердцу не прикажешь. Понятно. Проходите. Спасибо. Да. Будьте осторожны. У нас объявлен план перехвата. Преступника ищем. Ищите, ищите. Найдем. Сергей Николаевич! Товарищ майор! Товарищ... Я здесь. Они ушли? Кто? Милиция. А, ушли, ушли. Это патроны. Это я вам поесть, попить приготовила. Спасибо, Света. Ага. По городу посты. Ищут вас как сумасшедшие. А что с ней? С Ларисой? Да нет ее в городе. И не было. Ни к матери не приходила, ни в милицию, никуда. Да вы поешьте, Сергей Николаевич. Да где же она? Куда теперь идти? Вы ее так любите, Сергей Николаевич? Да? А я вот совсем одна. Знаете, как это страшно? Знаю. В городе говорят, рай на земле появился. Вы там не были, Сергей Николаевич? Можно сказать, что был. Отвели бы меня туда. Я, Свет, сам дорогу потерял. Чуть не забыла. Я же карту достала вам. Здесь все посты обозначены, которые по тайге расставлены. И фонарик возьмите. Я не знаю, насколько батареек хватит. Все равно пригодится. Спасибо тебе за все. Какая любовь? Какая любовь? Где карта? Какая карта, Степа? Я тебе не Степа. Степа. И даже хуже. Дура! Пиши объяснительную по поводу вчерашнего.
Почему ушла с работы? Где карта? Я не буду писать! Я сказал, пиши! Идиотка. Отлить, псих! Чё ты? Делиться не хочешь, сука! Написала. Это что? Слово из трех букв. Ты что, совсем охамела? Нет, не совсем. Все еще впереди. Да я же на тебя дело заведу. Угу. Как же? Светочка, где карта? В слове из четырех букв. Ты пожалеешь. Нет, не пожалею. Потому что есть в мире любовь и рай на земле. А ты – слово из пяти букв. Типичное. К-О-З-Ю-Л. Подходит? М-У-Д. Ладно. Курица. Сейчас устрою. Дядя Монгол, хватит, у него кровь. Не бзди, Робин Гуд. Алмазами не хочешь делиться, гнида? Где они, говори? Скажу, Монгол. Скажешь. Да убери ты нож, дурак. Дядя Монгол, вы живы? Здорово. Товарищ Прохоров, разрешите доложить? Докладывай. Тут ориентировка пришла. Из колонии. Сбежали трое заключенных. Один из них, вот этот, был осужден за разбой на алмазных копиях. Ущерба всего ничего, на 500 000, но алмазы тогда не нашли. Есть предположение. Чье? Мое. Пинкертон. Ну, давай дальше. Что побег связан со спрятанными камнями? Не было печали. Черти накачали. Я тебя сейчас накачаю. А че? Ах!
хороший отвар получился. А пахнет противно. Не говори так, глупая. Нужный отвар. Для тебя и твоего ребеночка. Тебе рожать скоро. А кто у меня будет? Мальчик или девочка? А кого хочешь, тот и родится. А разве так бывает? А у тебя только так и бывает. Что захочешь, то и будет. Я хочу, чтобы Волков нас нашел. Значит, так и будет. Нет, я хочу, чтобы он нас прямо сейчас нашел. Всему свое время, глупая. Молчи. Чего же молчать? Волков. Не ходи! Не ходи! Волков! Волкова ищешь, а я Зайцев. Не смешно. А я и не шучу. Ты кто такая? Что здесь делаешь? Живу. С мужем? Да. Где он? Охоте. Когда придет? Скоро. Жрачка есть? Есть. Бинты? Бинты есть? Тряпка какая-нибудь? Тряпка. Есть? Ну, есть. Пошли. Там бабушка. Да не везде. Не съем я твою бабушку. Пошли. Привет, старая. Классная у тебя хата. Кровью пахнет. Большой кровью пахнет. Что, меня уже искали? Кто-нибудь здесь был? Большой кровью пахнет. Не каркай, старая. Пасть порву. Дай лучше что-нибудь перевязать ногу и рану промыть.
Муженек-то твой где? Я же сказала, на охоте. Понятно. Классная ты баба. Я бы занялся тобой. Да рано у меня. Дух тайги. Помоги, дух тайги. В глаза песок засыпь. Запахи вытяни. В лицо росу плесни. Это за вами вертолет? За мной. Еще два телохранителя по тайге чешут. Он больше не вернется. Никогда. И ты о нем не думай. Будут спрашивать — молчи. Не вспоминай. Кто же будет спрашивать о нем? Кто-нибудь. Его здесь не было. Никогда. Иначе кровь прольется. Запомнила, глупая? Никогда. Ну, я надеюсь, что обязанности медсестры вам хорошо известны. Конечно. Значит так. Первое правило. Общение с больными только в присутствии охраны. Никаких вольностей я вам позволять не буду. Что это? Это инструкции. Вот это? А, это? Это беглые преступники. Мало того, что убежали из колонии, так они еще охранника убили. Абсолютно диким способом. Из лука. Робин Гуд хреновы. Бабушка! Можно я лягу? Роды работа. Работу лежа не делают. В прошлый раз я лежа рожала. Забудь прошлое. Из тебя будущее идет. Сделай два глотка.
если я сделаю три? Будет три. Вы смешная. А ты глупая. Ты же говорил, посты расставил, как ловушку. Расставил. Нина, но Волков, он их как-то обошел. Я сам не понимаю, как. Загадка. Природа сфинкс. И тема, наверное, своим искусом губит человека, что, может, никакой от века загадки нет и не было у ней. Нина, а я вот думаю, что он уже давно умер. Но тайга ведь не сахар. Нет, он не умер. Не умер, не надейся. Если бы он умер, я бы почувствовала. Я бы почувствовала внутреннее освобождение. Нина, выходи за меня замуж. Мне надо подумать. Ну о чем? О чем тут думать, Нина? А стоит ли связывать судьбу с человеком, который не может поймать одного единственного подлеца? Нина! Ну почему ты всегда меня унижаешь? Опусти нож. Пуля все равно быстрее. А ты ружье опусти. Пожрать имеешь? То, что под ногами. А у меня рыбий хвост. Соленый, гадина. У меня вода есть. Ну, делимся. Газировочка? Газировка давно кончилась. Из реки. Жаль. Газировку люблю до посинения. Откуда взял? Шаманиха дала. Кто? Старуха лесная. Заговоры бормочет. Где живет, не скажу. А я и не спрашиваю. Правильно. Зачем в тайге лишние вопросы? Рыбу будешь? Рыбу не люблю. Ну, ты как в ресторане. Люблю, не люблю. Ну, так вот. А у этой шаманки внучка сладкая, правда, с пузом. Если б не моя рана, я бы эту красную шапочку, как серый волк, буквально. Кстати, ты не Волков будешь? Нет. А что? Да бегает она по лесу. Зовет какого-то Волкова. Чокнутая, видать. Как бабка. Ну ладно. Я пойду. И ты иди. Ты первый. Кто сказал? Я. Ладно. Первый, так первый. Yeah.
Я больше не могу. Да не ной. Я правда больше не могу. Лучше умереть. Ну и подыхай здесь. Страшно подыхать-то. Я не знаю. Я ничего больше не знаю. Я думал, я нормальный, как все. А оказывается, преступник. И осудили меня правильно. За убийство из лука. Тогда только наоборот. Дядя Монгол. Я вот что думаю. Ведь за что осудили? То и совершишь, да? Ха. Ну давай меня осудим за помощь добрым людям. Посмотрим тогда, как дальше дело пойдет. За хорошее не судят. То-то и оно. Дядь Монгол. Ага. Это что? Где? Опа. Молодец, Робин Гуд. Давай-ка еще пошукаем. Зарубочка свежая. Давай-ка, ну-ка, пойдем-ка пошукаем, пойдем. Твой пришел. Кто? Муж твой. Волков? Где пришел? У речки. Иди, глупая, беги, встречай. Папа пришел. Слышишь, Сереженька? Папа. Пришло мое время к духу воды уйти. Вот это да? Нашелся гад. Дядя Монгол. Он это... умер? Нет, загорает. Допрыгался до пули, придурок. Теперь до зимы загорать будет. Дядя Монгол, я домой хочу. Не могу больше. Соберись, оскалься, сопляк. У меня все было. Своя комната была. Кубки на полках. Мать еду из кафе таскала. Люля-кебаб, цыплята табака. Все сумками. Все, что не съедали, дядя Монгол, выбрасывали. Вот я не пойму.
Ты сопляк или Робин Гуд? Соберись, оскалься. Робин Гудна. Найдем алмазы, я тебя отсыплю чуть-чуть. Устроишься как-нибудь ты. А мы их это... найдем? Как я вижу, алмазов-то при нем не было. Карманы не тронуты. Сам вон спокойный, аккуратный. Драки тоже не было. Ничего не было. И спрятал же где-то. Наверное, для этого и зарубки ставил, чтоб вернуться туда. Куда? Куда-куда? Туда, где схрон у него. Пойдем дальше. Посмотри, папа сейчас рыбу... Оп! Ну-ка. Ну-ка, смотри, смотри. Поймал? Смотри, Сереж. Рыбка. Видишь, какая рыбка? Как ты думаешь, мы можем здесь остаться? Ну, я думаю, что пока не придет новый шаман, да. Оп! А как он узнает, что пора приходить? Знаешь, я однажды спросила у бабушки об этом. Она сказала, что обязательно придет. Не знаю, может быть, дух тайги подскажет. Ну-ка. Ты стала верить в духов, Лариса? Ты знаешь, я уже не знаю, во что верить. Я очень хочу, чтобы мы поскорее были в городе, дома. Ты даже не знаешь, насколько я этого всего хочу. Оп. Степа! Чего тебе? Интеллигентные люди сначала здороваются. Наши вам с кисточкой. Степан Петрович, я на работе забыла новое белье. Можно забрать? Забирай. Забирай и уходи. Света, ты в своем уме? Я купила его для тебя. Я же не могу уйти и ни разу тебе не показать. Покурить бы, товарищ сержант. Сам бы покурил. Нельзя. А вот я не курю. И мне все равно. И вам не советую. Везет тебе. А долго нам еще быть здесь, товарищ сержант? Пока преступников не поймаем. То одних искали, теперь других. Ну, а если я в кулак покурю? Что, совсем тупой, что ли? Он тупой. Кто тупой? Я тупой. Сам ты тупой. Сейчас как дам с головы. Я сейчас сам дам с головы. Туда будешь кувыркаться. Так, одинаково. Хорош бодаться. Рядовой, в чем суть нашего дежурства?
В том, чтобы задержать преступников. Держи. В чем суть задержания? В том, чтобы появиться перед преступниками внезапно. Держи. В чем суть внезапности? В том, чтобы преступники не нашли нашей засады. Вопросы есть одинаковые? Есть, товарищ сержант. Давай. Стоять! Стоять! Руки за голову! Стоять! Руки за голову! Сержант, охотники мы. Что-то вы как-то странно для охотников-то одеты. Да у нас вся округа так охотится. В натуре. Ну и где же ваши ружья, охотнички? Ружья? Где ружье, а? Где ружье? Ты куда дел ружье? Я тебе сколько говорил ружье не ставить нигде? А ну стоять! Не стреляй, отпусти! Начальник, не виноватые мы. Отпусти! А ну стоять! Бросил! Отпусти! Отпускай, тебе говорю! Пацаны, не стреляйте по спине! Ты что, дурак, убил его, что ли? Я по ногам стрелял! Каким ногам? Да по таким ногам! Да, по ногам он стрелял! Ты теперь новую жизнь начинаешь, Тамарочка? Да. За счастьем едешь? За счастьем. Молодец, Тамара. А побыстрее нельзя? Мы спешим. Я же нотариус, а не скорый поезд. Я сделку оформляю. Вы что? Какое гадкое слово «сделка». Правда? Ничего. Скоро все закончится. Кончится, милая. Все кончается. Так. Теперь подпишите. Сначала продавец. Волкова, операционную готовь. Нам беглого привезли, огнестрельное ранение. Кого? Я не помню, это важно? Конечно, важно. Да, доктор, заключенный тоже человек. Мне очень жаль, если вы, хирург, с гордостью произносивший клятву Гиппократа, об этом забываете. Вспомнил. Шустиков. Игорь. Игорёша. Волкова. Он вам не Игорёша. Это беглый преступник. Операционную готов. Игорёша. Что-то не устраивает? Что, Тамарочка? Игорек, когда вернется, где будет жить? Так ведь мы уже говорили. Покупатель предоставит ему свою квартиру. Хорошая квартира в центре города. Ты забыла, что ли? Забыла. Вот тут. Теперь покупатель. Так, теперь нужно оформить акт о приеме-передаче квартиры. Согласно договору о купле-продаже, продавец продает, а покупатель принимает квартиру, претензий не имеет. Угу. Ей тоже? Да. Угу. Вот здесь. Ну, теперь все. Ну что ж, поздравляю. Поздравляю также и вас. Спасибо, добрый человек. Дай вам Бог здоровья. Ой. Что, Тамарочка? Ой, что-то мне нехорошо. Сейчас налейте воды, пожалуйста. Все. Опа. Успокоительное. Выпей. Успокоительное? Да-да. Да, успокоительное. Мне очень хорошо после. Пей, пей. Молодец. Ой, хорошо. Тише, тише. Осторожно.
Вот так. Хорошо. Я была в тайге, внимала голосу отца нашего. За это прислана к нам новая душа, желающая очиститься от людской скверны. Трудитесь и чисты будете. Отец видит вас. Отец любит вас. Ему угоден ваш труд. Сколько у меня будет времени на вопросы, доктор? Сколько есть, все ваше. Я просто думал, больной после операции. Утомлять нельзя. Кого? Беглого, что ли? Вы наверняка насмотрелись импортных фильмов, господин следователь. Волкова, иди сюда. Доктор, ему бы инъекцию сейчас делать. Вы кто? Маш, не задавай ненужных вопросов. Вы его сейчас допрашивать будете? Так, давай-ка, уведи отсюда эту мать Терезу, понимаешь? А то меня последственно кони двинет. Иди, Маш, иди. Доктор, ну нельзя его сейчас допрашивать. Ну, что ты мне расскажешь, голубь? Не убивал я отчима. Правду говорю. Зря вы это посадили меня. Не о том речь. Алмазы где? Алмазы. В глаза не видел. Это. Охранника убил. Они меня заставили. Отчима не убивал. У кого алмазы? У Зайцева или Монгола? У Зайцева. Он их спрятал. Куда спрятал? Не знаю. Монгол пошел. Куда пошел монгол? Не знаю. По зарубкам. Чего? Зарубки. Деревья. Опознавательные знаки. 5 метров. Домой хочу. Паря. Шусиков. Шусиков. Доктор. Доктор! Он что-то говорил, говорил и замолчал. Помер, что ли? Просто спит. Вы жестокий. Какой же вы жестокий.
Ну нельзя же так. Ведь это же человек живой. Я просто опытный, Маш. Чё это она? Профессия такая. Зэки, романтика, любовь. Я позвоню. Следователь Прохоров говорит. Боец, прими информацию. По показаниям задержанного Шустикова, монгол удаляется из заданного квадрата по опознавательным знакам, оставленным на деревьях в виде зарубок. Так что продолжать преследование. Все, конец связи. Ну-ка, дай уши. Сосна, Сосна, я 13-й, прием. Продолжаем движение по зарубкам. Конец связи. Теплая горячая-горячая вода, да? Ты еще не знаешь, как дома хорошо. Там телевизор, там игрушки красивые. Мы с тобой купим много-много игрушек. Шаман? Ага. Вы простите, я ребенка только спать уложу. Вы проходите, ваша одежда, она вон в сундуке лежит. Какая одежда? Ну, это шаманская форма. Вы можете прямо здесь переодеться, я не буду подглядывать, я отвернусь. Сережа, видишь, шаман новый пришел. А скажите, а как вы узнали, что здесь нету шамана? Ты о чем? Ну, в смысле, как вы узнали, что нам нужен шаман? Мне просто интересно. Если не секрет, то скажите. Секрет? Ну, извините.